Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Кулагины». Сюжет. Майора Алису Кулагину назначают начальником экспертной группы отдела по работе с нераскрытыми преступлениями. На новой должности ей предстоит пересмотреть архивные дела, по которым были вынесены ошибочные приговоры. На службе у нее все идеально, а за пределами – не сложившаяся женская судьба. Единственный близкий человек Алисы – ее отец, знаменитый в прошлом адвокат Кулагин. Их отношения никогда не было гладкими, Алиса до сих пор не может простить отцу, что между работой и семьей он выбирал карьеру. А сейчас, когда Леонид становится куратором ее отдела, семейный конфликт вспыхивает с новой силой. Отцу и дочери Кулагиным предстоит не только работать вместе, но и распутывать клубок взаимных обид и претензий. 13 серия. Братья. Год назад за убийство своего брата был осужден Михаил Залевский, мастер спорта по пулевой стрельбе, возглавлявший известный стрелковый клуб «Фронтир». Влиятельный друг осужденного сумел добиться нового расследования, и дело было направлено Кулагиным. Экспертов сразу же озадачило слишком кучное расположение пулевых ранений на теле жертвы. Потянув за эту ниточку и использовав самые современные методы криминалистических исследований, им удалось перевернуть ход следствия. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.